Всем мое почтение. И вот хотел бы знать ваше мнение. Вот один чудит, то ли человек, то ли бот какой-то, написал, мол, Россия не развалится, а наоборот, те, кто хочет этого, якобы, наоборот, делают народ сплоченнее. И вот я хотел бы спросить у вас, а что такое в России народ? Вот народ. Что это? Какой народ? Россиянский народ, как единое какое-то целое, по сути, которого нет. Или русский народ, или чеченский народ, или уйгуры какие-то там, которые тоже есть какой-то процент в России. Или те же самые какой-то процент китайцев с паспортами российскими. Кто такой народ этот? А кто в России народ? Вот как вы считаете? Вот для вас. Лично для меня понятие народ в России — это какое-то эфемерное понятие. Я лично по сути, если взять вообще откровенно, считаю, что такого понятия в России, как народ, не существует. В России существует понятие народы. И если кто-то говорит, что вот там, допустим, в Дагестане, в Чечне, в самой России, как представительстве русских, это все едино, это миф. Даже Путин в своем последнем споре с Сатуровым сказал, что такие вещи нельзя обсуждать, потому что если было единство, если было единство в народе, если был бы этот единый народ, то чего нельзя эту тему обсуждать было? Наоборот, можно было поднимать любой вопрос. А если единство висит на волоске, если единство, как воздушный шарик, проткнул иголочкой маленькой и лопнуло единство, то о нем, конечно, говорить нельзя. Я лично считаю, что в этом споре между Сатуровым и Путиным, Путин сказал, что по сути нет никакого единства и никакого единения народов в России нету. И даже само слово «федерация» говорит о том, что это, так сказать, полотно сшито с разных кусочков. И вот эта федерация вся держится лишь на силовом блоке. Вот сейчас позволь, как предложил Сатуров всем, свободный выбор. В этой России получится такое, так сказать, парад планет вот есть. А это был бы парад новых государств. Это такое мое субъективное мнение, мнение простого человека. А вы как считаете? Напишите в комментариях.